мы в Карфагене, где находятся римские бани. Это вот все, что осталось в виде колонны, верхняя часть римских бань. Тут, правда, план плохо разглядываемый, но нам сказали, что здесь есть три части, были три части бань. Теплая, холодная, ну и горячие бани. Отапливала все дровами. Ну, такую махину я не знаю, сколько надо дров, чтобы отопить это все конструкцию. Но это был громаднейший просто павильон для любителей покупаться. Ну, вот все, что от этого осталось, хозяйство. Так что Карфаген мы практически увидели. Тут мое семейство от солнца прячется. А так в целом все отлично. Погода жаркая. Всех любим, всех целуем. Тунис!